уважаемый маэстро, расскажите вот о своем изобретении вот этом музыкальном. Что это за дудки? Что это за пластмасса, вот эта бутылочка? Какие она звуки издает? Как это все в голову вам пришло сочинить, спасибо, создать? Спасибо, уважаемый корреспондент. Один раз зимой я пошел на рынок. А там за рынком по улице Малышева есть магазин, где продают запасные части к автомобилям. И посмотрел я там, вот такая дудочка вот она. Вот. Ага. Это клаксон. Клаксон, вот так именно точно. Клаксон. Я говорю, дайте, пожалуйста, мне, я хочу посмотреть. И мужики смеются, говорят, а дедушка хочет поиграть на дудочке. Я говорю, я серьезно говорю, ну на, бери. Ну ты же не купишь. Я говорю, куплю. А у вас еще одна есть? Есть, пошли на склад, сходили на склад, принеси вторую. Угу. Они мне говорят, а для чего тебе это надо? Я говорю, поверьте, ребята, что вот эти вот, вот эти две дудочки будут звучать на Первом канале. И точно, недавно я был на шестом всемирном фестивале гармонистов, и там Анастасия Геннадьевна Заволокина выбрала на прослушивание именно вот это. Вы знаете, почему это? Почему? Потому что я заранее знал о том, что вот эта ее группа, ее ансамбль, и снимают все время на Кипре. Им нравится вот это. Вот эти вот песни вот такие, да, кипрёстские. А это сиртаки называется. Ага. Это танец пенсионеров. И они через 2-3 года едут все время, думаю, вот это я возьму на прослушивание. И уже когда уже ночью, в 3 часа ночи нас прослушивали, она уже устала, все устали. Но когда я заиграл это, она сразу оживилась. И она 2 дня меня искала, где я нахожусь. Она говорит, где этот, который вот с дудками бегал где-то. А я сзади стою, я говорю, я здесь. Но я переоделся сам другую одежду, переоделся. Ага. Она говорит, да это же не он это. Ага. А там вся группа, которая ездила, да, кричат, да это он. А тогда садись и играй. Ага. И с первого раза записали. И в скором времени вы можете увидеть вот этот номер на Первом канале. За это мне вручили мне диплом. Еще раз на бис, вот фрагмент мелодии сиртаки. Мне было тяжело.
я бы в подушку не залез. Да! Больше я такого сала 40 лет не хожу. Да! Гляни ты, того не делай, мой товарищ дорогой. Да! Скажите, пожалуйста, вот вы давно мечтаете, у вас такое заветное желание вот, создать в Троицке музей инструментов вот таких замечательных, создать какой-то центр свой музыкальный. Ну, немножко расскажите об этом, что вы хотите здесь в Троицке организовать и создать. Спасибо еще раз. Да, конечно, мы много гармошек сдали в музей краеведческий. И мы собирались, у нас есть коллектив. И теперь я обратился к Павлу Алексеевичу, чтобы он возглавил, и чтобы в нашем городе открыть ансамбль под названием «Играй гармонь, любимая». Значит, и другим гармонистам нашим нужно обязательно заниматься и выступать, а потом ехать в область, во дворец железнодорожников. В скором времени в области будет. Давайте наше музыкальное настроение продолжим замечательной песней. Своя баба бережем, девкам проглашаем. Орах на дне!
Чай пьем, чашка бьем, баран зарезаем. Чай пьем, чашка бьем, баран зарезаем. Бешбарма к рукам держим, водкам запиваем. Чай пьем, чашка бьем, чалма надеваем. Чай пьем, чашка бьем, чалма надеваем. Халат царь обновим, танцы начинаем. Танцуй все! Чашка бьем, самовар кидаем. Чай пьем, чашка бьем, самовар кидаем. На гармошке я играю, праздник продолжаем. Завтра праздник ураза, весь татар гуляет. Завтра праздник ураза, весь татар гуляет. Картинка золотой на бока надеваем. Ну и как бы присоединяясь к этой вот мысли о нашем будущем центре «Играй гармонь, любимая», я бы тоже вот продемонстрировал какую-то песенку такую из народных, которую любит народ. Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя. Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Но кто тебе сказал, что нынче осень и золотые листья на земле? Но кто тебе сказал, что ровно в восемь я не приду, любимая, к тебе? Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь вечер? И вот стою в вагоне у окна, а за окном чужая сторона. И вспомнил я тогда твои глаза, любимая, хорошая моя. Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит?